Стоимость одного квадратного метра жилья почти в полтора раза выше средней зарплаты в Казахстане, заявил сенатор Султанбек Макижанов. В результате граждане зачастую вынуждены копить на квартиру десятилетиями. 80% казахстанцев покупают недвижимость в ипотеку. Депутат усомнился в эффективности госсубсидирования аренды для очередников. Как только в стране заработала эта программа, моментально взлетели цены на аренду. Стоимость стройматериала, в свою очередь, за последние 5 лет выросла более чем наполовину. Основная же причина роста цен – это зависимость отрасли от цен на импорт строительных материалов. По данным Высшей аудиторской палаты и Союза строителей Казахстана, по некоторым видам строительных материалов импортозависимость доходит до 90%, а по основным видам – до 63%. Однако в этой части со стороны уполномоченных государственных органов не принимаются эффективные меры по решению данного вопроса.